Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр и Ната. Начинаем прохождение второго DLC для Rise of the Tomb Raider, который входит в состав 20-летия Лары. И, то есть, имение Крофт, Кошмар Лары. Это зомби-режим, в котором фиг знает, что мы там будем делать. Я думаю, волны. Все как всегда. Ну, скорее всего, да. Вы же помните, было уже такое DLC. Да, я не думаю, что что-то конкретно новое прям придумали. Подобное, возможно. Угу. Я все так же играю на ПК со Steam-контроллера, Steam-версия. Вот. Ну, поехали сразу. А, то есть они даже вот так переносят просто. Сложность я, наверное, ставлю расхитительницу, потому что я не играл уже 100 лет в эту игру. И на опытный я буду очень сильно страдать, наверное. А сколько? Особенно учитывая этот зомби-режим. Тут 4. Выживание, опытная, расхитительница, искатель. А, искатель — это самый слабый, да? Искатель — это самый слабый, да. Ага. Но я думаю, что это совсем слишком уж сильно. Угу. Поставим просто средний, и все. Угу. Ну, погнали. А, ну, испытания. Я не буду ничего выбирать, пусть остается как есть. Карточек у меня никаких нет, по-моему. Тоже пусть как есть, так и остается. Уничтожьте черепа ярости, чтобы вызвать последнего босса. Отыщите универсальный ключ в ящике около свечей, он вам пригодится. Поищите дополнительное оружие у зажженных свечей. Свечи, свечи. Надо обратить внимание, что свечи. Боеприпасов крайне мало. По возможности обыскивайте погибших врагов. Лара, ага. Мне жаль, что ты меня вынудила. Но так тому и быть. Я никогда не позволю тебе снова поселиться в этом поместье. Если останешься, то кончишь, как твой жалкий отец. Как моя несчастная сестра. Я сотру фамилию Крофт в порошок, втопчу ее в грязь, предам забвению. Тебе уже ничего не изменить. Забавно. Ну же, проснись, Лара. Это все не наяву. Что, прям вот так вот поставили? А я могу их убивать вообще? О, увидел. Нет? Не увидел. Там второй аккуратно. Второй еще классно. Он в кровати прям стоит. О, у меня пистолет есть. А, ребята. Стой! Кто там? Где? Не поняла. Она. Я тоже слышал. За стеной, наверное, тут же коридор вот. Прям. По идее, там... Нет, подожди, нет. Там коридор просто должен быть. Вон он идет. Зачем так резко-то? Классно. Офигеть, просто бросили сюда. Чего там надо делать? А? Черепа, да? Убивать какие-то, чтобы вызвать последнего босса? Да фиг поймешь. Ну там, да, было про это написано. Ключ. Нужен ключ. Ключ. Это мы, кстати, в западном крыле получается. Ну и куда мне идти-то? О, смотри, что-то есть. Что это? Череп, да, наверное, череп. Те самые черепа. О, он еще дерется. Убил? О, убил. Ты пробудишь мой гнев, дитя. Там кто-то слева, аккуратно. Еще ну, один. Лобку у тебя получается. Пальцы помнят, да? Ну, стоит не забывать, что это все-таки средний уровень сложности. Пальцы, да, странно. Помнят. Откуда он? Орет. Позиционка звука здесь просто отстойная. Ага. Честно. Вообще непонятно, откуда орет. Здесь. Мне нужен ключ. Ой.
Лестницу убрали, смотри. Опа, двое сразу. Ага, нас тут два раза. Еще бежит. Они бесконечно, похоже, ходят тут. Пока непонятно. Ну, не знаю, просто они как-то вылазят и вылазят. Вылазят и вылазят. А что это тут такое? Это, ага. А, тут босс, наверное, будет главный. Вот он наверху что-то. Он меня увидел? Нет, вроде. Подожди, я тут где-то видел, что-то светилось. А, вот. Патроны. А почему один красный, другой желтый? Это, помнишь, система здесь стелс такая, то есть видно, что то, что красное, это значит, а, его видно. А, все, я поняла, да. То есть, если ты его уберешь, второй это засекет. Смотри, патроны для этого дробовика. А у тебя нет дробовика? У меня нет дробовика, да. У тебя револьвер только, да, получается? Да. Давай пока, наверное, вниз не будем, что ли, спускаться, я не знаю. Ой, я вообще не понимаю, откуда они все хрюкают. Да-да-да. Это ужасно. Вот там что-то лежит. Справа. Вот этот звук, это череп получается, да? Потому что в прошлый раз ну, тоже да, такой да, же да, звук да. был. То есть он в кабинете получается? Ну, похоже, да. Мне ключ нужен. О, дробовик. Бежит. Ага. И слева там еще кто-то был. Аккуратно. О, еще идет. Два. Ну, еще я хочу заметить, что я все-таки не на Xbox, на котором у меня со стрельбой вообще были дикие проблемы. С щитами. Его, похоже, можно было вручную добить, но ладно. Ай. Кто-то идет, я слышу. Там еще. Да капец. Вы бесконечно, что ли, будете? Похоже, бесконечно просто вообще. Ой, не то. Сколько вы будете идти-то уже? Ну ладно, хотя бы патроны с них падают. Давай попробуем сюда зайти вниз. Лара прячется, значит, тут что-то есть. О, опять хрюкают. Точнее, кто-то есть. Ты видишь там что-нибудь интересное? Вон стоит, внизу. Кроме зомби? Нет, не вижу. Я не вижу. Свечи там, вон, вижу за ним. Стоп, да. А откуда? Слева. Да, свечи. Вон там где-то. Ага. Возможно, опять же, это позиционка дурацкая. Я вот не вижу голову его. Нет, отсюда. Голову не видно, по-моему. О, идут. Не, ну со Steam контроллер вот это не с геймпада настоящего, конечно. Все в разы проще. Еще идут. Стой, стой! А? О, отлично. А-а-а. Мне вот нравится, что хотя бы так вот они еще убиваются от взрывчатки. Можно сэкономить. Справа. Да это опять гон какой-то со стороны звука. А я думал, он из камина лезет. Лук? О, лук. Ну. Какой-то простой лук очень. Возможно, а сколько оружия с собой можно найти? Таскать? Сколько у тебя 4, слотов? 4 вида. Видишь? Ага. Дробовик, лук. А лук, наверное, беззвучный.
Ну, по идее, да. О! Армейская винтовка. Армейская винтовка, классно. Надо, наверное, пойду. В центр сходить, там должно быть что-то хорошее. Не уверен. Но тут что-то есть. А ты уже в центре, да? Черт, его кто-то видел. Да, это центр. А! У меня патронов нет для нее. Жалко. Ухо. Да. А так, что а тут что лежит? Тут? Лук. Какой лук-то? Не знаю. Тот же самый рекурсивный. А, смотри, как он поджигает вокруг. Смотри, смотри, смотри. О. Офигеть вас тут. Ничего тут интересного нет. Я подожди, ошиблась. Подожди, там патроны. О. Что это? Так это то же самое. Ну да. А что ты на что поменял? Ладно. Я не поменял, это та же самая армейская винтовка получается. То есть, если ты находишь такое же оружие, то оно получается просто добавляется патроны и все. Ага. А луком, насколько я понимаю, можно просто массово поджигать. Угу. В склеп есть смысл? А, здесь нельзя в склеп сходить, смотри-ка. Ну, мы там были, значит... Значит, надо в подвал идти. Только подвал остается, да. Как-то не хочется туда. Как-то да. Я бы вообще предпочел, конечно, чтобы лук не поджигал, просто тихо убивал. А мы туда не сможем, у нас ключа нет. А черепок, наверное, еще один как раз в подвале. А куда не сможем? Ну, в кабинет ты же, в сторону кабинета сначала пошел вроде как. А, не, я не в кабинет хотел, я просто... Так, так один, получилось. Он стоит. Агрится? Идет, идет кто-то. Да, агрится. Главное, чтобы сзади не напали. Офигеть, откуда он вылез? Из-под стола. Там взрывчатка. О! А, уходи! Фу. А мне вообще интересно, лечиться-то есть чем? Хорошо, хоть эти щитовики от выстрелов в ноги умирают. Есть, есть, смотри, листочки собираются. Хорошо. Очень скоро ты познаешь силу моей ненависти. Вот это глюки. Чего вы шевелитесь-то? А это крысы там бегают, шевелят. Офигеть. Открывается, нет? Нет. Нет. А, сюда я не могу, смотри, пройти. И туда в кабинет не можешь, да? Туда, вот сюда могу. А, ну пойдем. Ключ, открывающий все двери. О, это он? Похоже, он. Хорошо. Пистолет-пулемет. Не помню я, что лучше. Но по убойности это, наверное, винтовка. Винтовка, скорее всего, да. Зависит от скорости, опять же.
А смотри, то есть подвал-то вообще закрыт. Ага. То есть нам тогда сейчас проще вот здесь в библиотеку вылезти и... Пройти насквозь там, через верх. Там, да, в этот кабинет, получается, зайдем. Ой, он прям из стены вылез, из картины. Классно, просто классно, конечно. Ну-ка, тихо. Подожди, ну... мы же только что оттуда пришли, там никого не было. Да, короче, они резут постоянно, да? Да, да. Из ниоткуда. Ну, в принципе, название оправдывает. Ну, кошмар Лара, да. Такой вышел пешком и упал. Симулянт. Интересно, а на более высокой сложности они также с одного выстрела в голову дохнут? Ну, в голову возможно, да, но если в тело, наверное, больше нужно. Ха. В голову это все-таки крит, а может и нет, может не с одного. Не факт, да. Классно. Вот прям а я думал, что? Мне показалось, что что-то пошуршало. Пять из десяти. А, ближний бой, понятно. Ой, в коридоре прям лежит. Ага. Ты знаешь, такое ощущение, что ты вот из комнаты в комнату переходишь, и они сразу вслед за тобой рисуются. И если ты, получается, вышел в коридор, в комнату уже опасно заходить обратно. Да, я прям за спиной рисуются сразу же. Пойдем в кабинет, наверное? Да, да. Аккуратно только, вот здесь вот. Так-ка, дробовик возьму. По-моему, вот там такое ощущение, что там толпа прямо сейчас будет. Ну попробуй сразу отскочить. Да! Уходи! Круто. Офигеть! А что за испытание? А это как раз вот то, что я не стал там выбирать. Со мной. О. Я жду тебя в большом зале. Ага, в большом зале. Тактический дробовик. А у тебя какой был? А у меня был, не знаю, давай посмотрим. Помповый. Давай-ка лучше тактический, наверное. Уверен? Да, он, по-моему, автоматом умеет стрелять. Его перезаряжать меньше надо. Смотри, перестали рычать всякие, нет? Или мне кажется? Фиг поймешь. Поджигать можно, наверное, его. Ох. А, главный черепок. Ага. Уходи. Ага. Ах ты гад! Еще зомби идут. Но моя ярость, мой щит! Мои стражи тебя уничтожат! Вот не надо стражи. А, он под щитом, не стреляй в него. Так а может надо уничтожить? Может быть, не знаю. Непонятно. Да нет. О, здрасте. Блин, мне почему-то иногда помощь прицеливания не включается, это очень неудобно. Вот видишь, я двинуть не могу. Курсор. Подойди. Позволь мне самому тебя. О, он снял щит. Ага. Ой, аккуратно. Опа-па-па-па. Где это там? Ах ты! Ой, и слева тоже идет.
Или откуда он там? Вон бежит, поднимается. Да-да-да. Патроны. Еще один. Опа. А, нужно было, чтобы ни разу не ударили, что ли? О, есть, есть, есть. Да, я там что-то провалил? Да, испытание провалено, неуязвимость. Первый раз тебя за все время ударили. Понятно. Ну, в принципе, это сами прокараулили. Надо было вертеться, смотреть. Фу! Офигеть. Офигеть. Фу, там какие-то эти. Ну да, прям фу. Нет, давай мы тебя. Ты падешь от моей. О! Ну, он достаточно слабенько тоже. Можно стрелять в него. Да, сейчас. О! Револьвер штука мощная. Крофт. Счет 109. А, ага. Тут еще и на скорость, я так понимаю, естественно. Как это а обычно. Что за три медали? Какие-то были уже? Это, наверное, за компанию. Изначально. Я, возможно, серии. В каком-то режиме просто уже играл. Я не знаю. Как бы. Это, по-моему, общий счет. Они были уже, то есть, изначально. Да? Угу. Ну, это, наверное, с компании. Не знаю. Общий ток. Ага. А, ну может быть, с какого-то DLC тоже вылезло. Там же есть, кроме кошмара Лары, есть еще другие режимы на время. Да. Как бы у них, по-моему, общее. Ну, видишь, да, общее. Да, да, общее, общее. Понятно. Ну что, так быстренько пробежался? Ну да. Ну, не знаю, конкретно на этой сложности, конечно, забавно достаточно. Ну, я не буду в него играть точно совершенно. Это не мое как-то. Вот. Ну а так, один разочек пробежаться забавно. Не более того. Ну и в общем-то все. На этом мы, получается, Rise of the Tomb Raider полностью закрываем. DLC новых вроде никаких больше не ожидается. Но такое ощущение, что нам дали намек на продолжение. Мы его сами выдумали, намек этот. По-моему, слухи какие-то уже гуляют на тему того, что новая игра уже делается. Mm. Да было бы странно, если бы они забросили столь успешную серию. Mm-hmm. Как бы. И вот чисто геймплейно мне Лара очень нравится. В плане сюжета как-то так. Средненько, я бы сказал. Ну, часто за уши притянуто там все, конечно. Да, но вот в плане геймплея мне очень нравится подобный жанр. Ну и все вроде. Надеемся, вам понравилось. И всем пока. Всем пока.